Испытание в групповых подземельях до 12 октября. Период проведения ивента, количество опыта и аден, получаемых в групповых подземельях, увеличен в 2 раза. Во всех групповых подземельях, а также в 2 раза больше таинственных сундуков. Давно не было этого ивента. Подарки испытания до 12 октября. Во время ивента каждый день 12 часов по почте будет отправляться подарок испытания. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Предметы, выдаваемые с 28 сентября до 11 октября, энергия Энхаса 1000 единиц, сундук со свитком поручения, энергия Энхаса 2 штуки, руда духов 100 штук. А также с 30 сентября до 2 октября будут дополнительно выдаваться предметы реликвия энергии 10 штук, карта улучшенного класса 1 раз 1 штука, карта высокого качества 1 раз 1 штука. Ежедневный бонус до 28-12-22. Видим кристаллы, зелье развития, карта испытания героического класса 1 раз. Фрагменты рецепта создания редких доспехов. Кристалл души высокого качества. Карта класса высокого качества 1 раз. Также Агатиона. Сундук с браслетом Берсерка. Зелье пробуждения среднего качества. Сундук с пособием высокого качества на выбор. Реликвия энергии. Сундук с печатью Евы. Также вероятность достать благословенную заточку. 300к адены. И просто невероятно. Сундук с фрагментом рецепта создания героического предмета. На выбор. 50 сосок. Просто невероятно. Финальная награда. Карта испытания героического агатиона. О май гад. 1 раз. И также подарок Леи на 300 дней. Сделай себе невероятнейший подарок на 300 дней. Lineage 2 Mobile. Всего за 1000 брюлей. Обновление. Кто не знает, до сих пор есть межсерверное подземелье Башня Дерзости. В межсерверном подземелье стоит NPC с предметами символ дерзости. Можно получить при помощи кристалла дерзости, который выбивается в том же подземелье. Символ дерзости можно модифицировать с помощью пламени вечной жизни. При неудачной модификации можно получить реликвии энергии или улучшенный кристалл. В зависимости от уровня неудачной модификации. Также добавлено 3 коллекции с этими предметами. Можете видеть на экране. Коллекции временные. Давайте почитаем, что пишут обычные игроки мира Lineage 2 Mobile. Дайте просто купон на смену. Ваши обновы нужны. Толку тут играть. Делет. Это типа на 300 дней жадность бьет рекорды. Это все? Обновление круглой дате. Да. Плак-плак. Доброго времени суток. Мы запускаем 4-ю неделю лагов и фризов вашего ПК. Продолжайте дальше вкидывать деньги. А мы и дальше будем игнорировать эту проблему. Товарищ под ником Дам. Чи Дэм. Я хочу вам рассказать. У вас возможно 4000 оперативной памяти. Вы играете 5 окон, и у вас лагает, естественно. Я играю в одно окно, то есть я играл в одно окно до конца августа. Но играя в данный момент 4 окнами, у меня запускается еще World of Tank, который я могу играть. Но, к сожалению, не могу записывать ролики с World of Tank. То, что мне банально, не хватает 32 гигов оперативки и памяти видеокарты. Банально просто. Это не Лагила 2М, это ваш древний компьютер. На этом все. Вот как всегда график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч. 300 дней, это праздник, просто 300 дней, 300 дней. Невероятный праздник, 300 дней, 300 дней у тракториста.